Друзья, всем привет! Вы на канале Просто Дима. Ну что, в общем, несмотря на все перипетии с моим фордом, как говорится, никто не отменял еженедельный выпуск обзора брестской стоянки автоконфиската. В данный момент я уже нахожусь на стоянке. Пойдем сейчас посмотрим. Я уже, в принципе, знаю, что пару новинок там есть. Что-то продано. В общем, не буду тянуть время, друзья. Вперед на стоянку. Так, друзья, сейчас первым делом мы зайдем на вот эту вот закрытую площадку. Тут есть пару машин, которые уже вот-вот сейчас выйдут. Пока предпродажная подготовка. Да, у них пока предпродажная подготовка. Ну, как бы сотрудник тут на месте. В общем, разрешил мне зайти посмотреть. То есть это вот в ближайшее время уже выйдет. Информация, само собой, там точная с ценами будет на сайте. Опель-то он уже продается, просто он без ключа, на автомате в паркинге коробка стоит, невозможно его выставить. Вот, опелек, такие из Европы, бензиновый. А что, почем? 5 с копьем там белорусский. Так, друзья, вот выйдет вот такой вот Opel Astra. Opel Astra G. Похожий, кстати, такой, как тут стоял, только в универсале, в такой жирной комплектации. Это Opel, точно вам не скажу даже какого года. Ну, по стеклам вроде бы 9-го. Бензиновый он. 1.6, 16 клапанов. Хэтчбэк, понятно. Ну, вот такие вот вопросики. По аркам, литые диски, ну видно, что очень давно стоит, видите, тормоза такие ржавые, колодки. Да, вот так вот все выглядит, оторвана вот эта вот резиночка. Сейчас попробуем ее на место поставить. Блин, боюсь, не получится. Вот так только если. Ну тут какие-то, видите, еще запасные части. Значит, что, какие проблемы с этим Опелем? Он, ребята, без ключа. Он без ключа. На автомате, кстати. Вот видите, на автомате. Велюровый салон. Кстати, салон в неплохом состоянии. Видите, там подорванный. Я не знаю, может, пытались его там завести или что. То есть личинку замка, ну, замка зажигания по-любому надо менять. Коцки на бамперах. Спереди, сзади, вот так вот все. Литые диски, ну, неплохие, кстати, на вид. Резина лысая. Вот видите, сколько тут плесени. В общем, долго очень он стоял. Ну, руль, понятно, обтянутый кожей. Ну, видите, как уже кожа. И кнопки вот это вот, болезнь у этих опелей. Кнопки вот эти вот дырявятся. Ну, кстати, по салончику такой еще ничего, видите. Кондиционер, видите, отделка под дерево даже. Автомат, автомат тут надежный, крепкий. По-моему, даже, если мне память не изменяет, американский General Motor, который... Не, по салону он даже, я бы сказал, неплохой. Заглянем сейчас в багажник, если откроем. Не держит, к сожалению, не держит заднее. Задний амортизатор, кстати, один, должно быть два. Нету шторки задней. Сейчас откроем капот, еще посмотрим, что там под капотом. Ну, мотор один из самых простых, стандартных. Дельфи. Посмотрим сейчас масло. Ну, масло есть, в принципе, масло светлое. И он, насколько мне сказали, он, по-моему, из Европы. То есть, грубо говоря, за какие-то там таможенные правонарушения его забрали. Цена будет в районе 5. Вин перебитый, да? А, ну вот подсказывают, возможно перебитый вин, друзья. То есть похожая ситуация, как с тем Опелем, который тут был, тот вот в такой жирной комплектации. Так, и дальше еще что тут? X-Trail. Nissan X-Trail.
2007 года. Бензиновый. 21 с копейками белорусских цена. Вот он прямо. То есть в районе 21 тысячи белорусских будет его стоимость. Вот так вот выглядит. Ну, короче, просто надо там накачать колеса, запустить и за сетку. Ну, понятно, всевозможные коцки, царапинки по кузу. О, кстати, инвалид какой-то ездил, походу. Ну, вот тут вот на кузове кое-какие царапки. Ну, так внешне как бы... А, вот только на бампере. На бампере такая вот ссадина. Ну, как бы металл весь целый, друзья. Металл весь целый, металлу не досталось. Капот сейчас. Глянем, что там под капотом. Так, ну а какие, давай, какие давай тут моторы? Двухлитровые, по-моему. Двухлитровый бензин. Масло. Масло есть. Так визуально вроде бы все тут целое. Он на ходу. Он на... Своими колесами, да? Ну вот, подсказывают, что на своих колесах он сюда приехал. Такие вот рейлинги, дуги здоровые. Ну, кожаный салон, ребята, переднее, заднее, стеклоподъемники. Грязно очень, правда, в салоне. Да, автомат. Подключаемый полный привод. Блин, две магнитолы, смотрите, нифига себе. Одна кассетная, одна, блин, дисковая. Мультируль, но кожа, видите, какая на руле уже. То есть так... Как бы давали ему под хвост, прямо скажем. Сзади чуть получше, конечно, состояние салона. Но очень грязно. Ну и панорамная крыша. Да, панорамная крыша. Или большой люк такой. Сколько? 21, да? Короче, в районе 21. Ну, это у них болячка, да, вот эти вот задние отваливаются у Ниссанов. Тонированные задние стекла. Так что в ближайшее время, друзья, он уже будет на общей стоянке. Кому интересно, подъезжайте. 21 тысяча белорусских рублей там плюс. Может, кому-то еще заинтересует, продается. А, еще да, вот это, что это, Рено? Рено Мастер. А какого года? Где-то 2009-2010. Конечно, серьезное ДТП. Дай бог, чтобы все тут живы остались, конечно. Видите, где-то или в фуру в какую-то, или в столб даже. В Амкадор, да? В Амкадор подсказывает. Ну, в общем, давайте пожелаем людям, которые находились в этой машине, здоровья. Дай бог, все-таки живы остались. Ага, украинские номера тут я вижу. Пассажирский. За временный ввоз, да? Нарушение правил временного ввоза. Ну, конечно, сложно сказать, что тут можно взять с этой машины. Какие-то элементы кузовные, только стекла, салон. Тут, конечно, все, ну, мясо, друзья. А что он по деньгам? 8 тысяч белорусских с небольшим. Ну и мотор дизель, понятно, да? А, ну тут вот еще часть морды, это может доставали людей, может вырезали сотрудники МЧС. Ну да, он, видите, такой салон тут очень, кстати, хороший. Видно, что он такой переоборудованный для перевозки пассажиров. Там он даже, вижу, магнитофон, вижу этот жидкокристаллический дисплей. То есть явно каких-то, наверное, работяг возил где-нибудь с Украины в Россию или наоборот с России в Украину, мне так кажется, что они в основном через Беларусь все едут. То есть Рено Мастер 2009-2010 год, вот в таком вот разбитом состоянии, цена 8 тысяч белорусских. Кого интересует, друзья, на запчасти, ну, движок сложно сказать. Ну, как, кстати, может, движок и целый, просто что его так зажало тут, конечно. Попробовать его достать и запустить можно.
Да, ну конечно, не дай бог, никому такого не пожелаешь. Смятка такая. Так, и еще, друзья, вот есть тоже на предпродажной подготовке. Тут в ближайшее время она выйдет на общую площадку. Renault Laguna первого поколения. Но это рестайлинг 1.9 DCI. Ну, понятно, вот по порогам немножко такая вот уже подшатанная. Лупится лак на капоте. Тут вот такое вот замятие на двери, если вам видно. Окно там есть, стеклоподъемник не работает. Стеклоподъемник не работает, вот подсказывает. Кожаный мульти... просто кожаный руль, механика, велюровый салон. Стекло есть, просто подсел аккумулятор. А что она по деньгам? 4300 белорусских, друзья. Ну, как бы это рестайлинг. Да, это рестайлинг. В принципе, за рестайлинг дизельный. Ну да, литье. А подержи, пожалуйста, капот. Ну, этот 1.9 дизель, бошевский, кстати, насос. Ну, насос форсунки, как бы. Какой-то такой немножко красноватый бачок. Как будто, да, где-то закипал. Ну да, кондей заглушенный, даже обрезанный, я бы сказал. Короче, как-то так. Там фишки кое-какие сняты. Вот. Ну, в любом случае, как бы, сейчас сами знаете, какая обстановка с БУ автотранспортом. Я думаю, что сделать можно все, починить можно все. Главное, как говорится, цена вопроса. Так, и что-то еще? Все здесь. Все, короче, на этой площадке, друзья, закрытое все. То есть то, что я вам все показал, оно в ближайшее время пройдет предпродажную подготовку и поступит в общий доступ. Вот. Ну а мы сейчас с вами пойдем посмотрим, что там и по старичкам нашим. Так, ну, ребята, что? Значит, идем дальше. Вышли мы на открытую площадку. Значит, что у нас тут? Renault Megane Scenic бензиновый 99 года, V796. О, ребята, смотрите, Вектру Б продали. По-моему, что-то в районе 1500 она была или что-то такое. Saab 9000, 9.3 Turbo Aero, газ-бензин, 3596. Ну, я думаю, что купят его, просто немножко еще такая дороговатая цена, то есть люди ждут, пока уценится. 523 рубля. Шестерка. Да, ребята, машин каждым разом все меньше и меньше. Видите, даже корчики эти разбирают. Реально мне скоро вам тут нечего будет показывать. 1468 рублей Opel Omega B 2.5 бензин на механике. Тоже она уже тут, наверное, месяцок. Opel Vectra A 1.8 бензин, 783 рубля. Еще один Scenic 1.4 бензин, 2.514 98 года. Ну, такой подшатанный, конечно. Так. Газончик 53, 81 года выпуска, 3.254. Такой вот советский грузовичок с дизельным мотором от МТЗ. Вообще тут, видите, уже одного ряда машин нету. Вот, остался последний. Премьерка эта, старушка, подушатанная. 540 рублей, друзья, вот такой вот дизельный японский универсал. Значит, Монтеро купили, несмотря на 3.5 бензин, автомат полный привод, нашелся все равно желающий. Ford Sierra, по-моему, 1000 там что-то такое.
Да, 1404 рубля. На втором канале есть более подробный обзор. Странно, что не забирают вот этот вот Nissan Qashqai плюс 2. 1.5 дизель, 11 год, 25957. Сотка. C4 91 года, 2-литровая, газ-бензин на автомате. 4104 рубля. Вот этот вот опелек. Astra A 97 года, 1.6 бензин, 1744 рубля. Тоже это не новинка. Ну и вот, ребята, смотрите, какая. Одна новинка и вторая. То есть сегодня японский день у нас. Они уже в общем доступе. Значит, Subaru Legacy 11 года, 2.5 бензин, 29052 рубля. Пробег 191 тысяча. Ну, пробег, конечно, великоватый. Насколько я узнал, это с организации какой-то. То есть это не от частного владельца. Была она в организации. Забрали, по-моему, за какие-то недоплаты по налогам или что-то такое. Немножко выскочил из креплений бампер. Литье. Ну, уже такое, видите, 18-е. Немножко уже так вот окисляется. И такое ощущение, что крыло переднее левое крашеное. Как-то так не в цвет. Я думаю, что на камере будет более лучше видно. 18-е, ребята, литье. Ну, всевозможные коцки. Ну, это, ребята, японский полноприводный большой седан. Вот такая вот вмятина плавная на задней правой пассажирской двери. Но, возможно, вытянется беспокрасочно. Полоска вот такая вот, царапка, поцарапанная дверь. Ну, наклад, да, такое ощущение, что и вот это крыло тоже. Такое ощущение, что морда, ребята, немножко не в цвет. Но, конечно, я не претендую на стопроцентную, скажем так, гарантию. Возможно, цвет такой еще с перламутром так переливается. Но такое ощущение, что морда немножко другого цвета. Ну и тут вот, да, видно, что крыло подкрашилось, уже пошли такие вздутия. Вот, видите. Вот такой вот тут вот воздухозаборник на капоте. Ну, кстати, по правому крылу нормально. Заглянем в салон. Ну, тут все дорого-богато. Кожа, рожа, автомат. Все как мы любим. Кожаный мультируль. Тонированные задние стекла. Ну, не готов я вам сказать, какая рыночная цена на такие Subaru. Ну, в принципе, я думаю, что это чуть больше 10 тысяч ее стоимость. Передние и задние стеклоподъемники. Память сидений даже есть. Ой, посижу немножко в Subaru свежей. Ну, кстати, посадка такая. Посадка достаточно удобная, такая вот мультимедиа CD, ну понятно, климат-контроль, автомат, тут вот какие-то регулировки. Я ни в коей мере, ребята, не субарист, даже не подскажу вам ничего. Вижу, что есть подогревы сидений передних, но это какая-то, я так понимаю, может какая-то помощь при управлении, а может магнитола, ну, не знаю, короче, не буду вам ничего говорить, а то засмеете меня, скажете: о, Дима, сам говоришь, не знаешь о чем. Есть подрулевые даже переключатели скоростей, мультируль кожаный, ну, немножко кожа, да, плюс-минус соответствует пробегу 200-тысячному. Много всяких кнопок, то есть тут, понятно, и телефон, и громкость, и круиз, как бы все на руле. Состояние потолка нормальное, есть электролюк. Кожа даже с перфорацией такой, может даже есть обдув, да, может быть, есть обдув сидений. Ну и посадка, кстати, такая достаточно удобная в машине. Давно я не сидел в свежих относительно субариках. В принципе, как бы посадка хорошая, мне понравилась. Ну и сейчас попробуем открыть капот. Какой-то, кстати, крышечки не хватает, типа на предохранителе или... Ну, может, она и есть где-нибудь, может, в багажнике. Заглянем сейчас под капот.
капот очень легкий, возможно, алюминиевый. Ну что, ребята, походу это оппозитный мотор с кучей ремней. Субаристы, те, кто фанат этих машин, да, понятно, они в этом лучше разбираются. И, ну, если вы разбираетесь, пожалуйста, комментируйте, приезжайте, смотрите. Так визуально вроде бы здесь все целое. Масло в уровне, масло такое даже чистенькое еще, прозрачное. Ну, и есть такие нюансы, что, ребята, если это машина с организацией, да, капот явно алюминиевый. То есть, если это машина с организацией, возможно, это немножко поднамотанный пробег. Хотя, сложно сказать. Так, визуально она плюс-минус на этих 200 тысяч километров пробега и выглядит. Хотя, конечно, несомненно, вид внешний у машины есть. То есть, ну, нормальный, солидный аппарат, раздвоенный выхлоп. Такие машины у нас, ну, не часто встречаются в западных, особенно, регионах Беларуси. И идем дальше, друзья. Смотрите, еще один представитель японского автопрома, ну, это уже понятно постарше, Nissan Almera, 99-й год, двухлитровый дизелек, ребята, 2484, то есть $1000, ребята, плюс-минус. Даже, ну да, где-то, может, со всеми платежами обойдется в $1000. Посмотрим по кузову. Жучки на капоте. Видно, что он обливался. Возможно, даже недавно. Ну, с большего, как бы. Понятно, что столько лет машине. Но сквозных дырок я не вижу. Да, дизеля. Дизеля. Нету вот этой вот рамки вокруг номера. Ну и, наверное, подсветка. Не готов сказать, наверное, тоже не видно ее. Так, видите, красили, не церемонились вместе с замками. Ну, по крайней мере, это говорит о том, что за машиной следили. То есть, хоть как-то ее подкрашивали. Подваривали. То есть, как бы сквозных дырок нету. По дверям нормально. Немножко подломана ручка, но открывается. По салону тот же Nissan Primera в 50-м кузове. Такой же мотор дизельный. Оригинальные, кстати, ниссановские литые диски. Не, ну, ребята, вы знаете, за $1000 по нынешним временам дизельный поджопник. Передние даже есть стеклоподъемники. Там гидрач наверняка тут есть. Коробочка переключается. Ну, немножко резиночка эта. Резиночка подорвана, но ее просто закрепить. Ну, руль так в меру. Какой тут пробег указан? 445 тысяч. Ну, вполне может быть. Потолок. Ну, может, только грязненький, но так, нигде не провисший. Все пластик, обшивки на местах. Так, особо ничего тут нету. Корректор фар. Ну, кондиционер присутствует, но не факт, конечно, не факт, что он работает. Заглянем сейчас под капот. Ну, еще и на задний ряд сидений тоже посмотрим. А, вот эта планка есть задняя. Все, она есть с крышки багажника. Просто ее надо закрепить. Ну да, тут, видите, так с потеками красилась. Так, а где тут эта лапка? Вот. Ну да, на капотике тут, понятно, коррозия, то есть снутри особо не парились. Что там еще? Вот там вот тоже, видите, в районе лонжерона тоже шпаклевка, что-то замазывалось, подваривалось, я так понимаю, или что-то такое. Ну, с этой стороны нормально, более-менее. Да, мотор дизеляка, хороший мотор, в принципе, при хороших свечах накала. О, даже, смотрите, еще масло не сильно черное.
При хороших свечах накала и аккумуляторе, в принципе, заводится. Была у меня премьера с таким мотором. Как бы нормальный абсолютно. Расход где-то в районе 6 литров по городу. 6-6,5. По трассе, понятно, меньше. Ну, кондиционер, трубки присутствуют. Работает он, не работает. Сказать, конечно, сложно, но то, что они не заглушены, это уже плюс. Не, ребята, за $1000 плюс-минус по нынешним временам неплохой японский поджопник дизельный. Так что, кому интересно, заезжайте. Ну и дальше идем. Кордоба. 803 рубля. 95-й год, 1,8 бензин. Заводная там, если помните, фиксики мои. Саша с Виталиком заводили ее, запускали. Типа 501 рубль. Бензиновый 1,4, 92-й год. Ну, очень ржавый, друзья. Ну и, собственно говоря, по автотехнике все. Так, пройдемся, что тут осталось по сельхозтехнику. Стэнли, 712 рублей с вот этим прицепчиком. Дальше идем. Восход, 281 рубль, друзья. Иж Юпитер, 217 рублей. И вот этот вот Кентавр мотоблок, 951 рубль. То есть осталось 1, 2, 3, 4 единицы вот этих вот, которые без права постановки на учет. Так, что тут еще осталось? Хорс 792 рубля. И ЗИТ этот, по-моему, продали. По-моему, да, его продали, видимо, просто пока еще не забрали. Все, дорогие друзья, вот такой вот был обзор. Новинок, в принципе, много. Кое-что продано. Новинки эти, которые там за сеткой, скоро все будут здесь. Что-то уже здесь, поэтому, кому интересно, друзья, приезжайте. По традиции сейчас прикреплю скриншоты проданных, если что-то продано. Ну и, собственно говоря, на этом все, друзья. С вами был просто Дима. Спасибо за то, что смотрите, пишите комментарии. Всем большой респект и увидимся на канале. Пока-пока, друзья. Пока.